Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Владимир, и сегодня мы вам расскажем, как выбрать вытяжку для кухни, особенности и разновидности устройств. Более подробно этот и другие материалы вы можете найти на нашем сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, сегодня мы расскажем и узнаем, как правильно выбрать вытяжку для кухни, какими особенностями они обладают, а также какие типы устройств сегодня на рынке существуют. Кроме того, расскажем про то, чем различаются вытяжки друг от друга, какие функции должны выполнять, почему так важны показатели производительности и шума, а также как оптимально подобрать монтажную высоту, где будет располагаться наше устройство. В заключение мы поговорим о том, какую вытяжку лучше выбрать, исходя из стиля, формы, простоты управления, а также каких правил выбора необходимо придерживаться перед покупкой этого полезного устройства для кухни. Кухня в любом жилом помещении является самой важной комнатой, где готовятся вкусные и ароматные блюда. Однако в процессе готовки образуются посторонние запахи, брызги жиров, вследствие чего возникает вопрос, как от этого всего избавиться. А избавиться от этого нам поможет кухонная вытяжка, которая обеспечит оптимальную вентиляцию и поможет свести до минимума все негативные моменты в помещении. Кроме того, хорошая вентиляция обеспечит чистый воздух на кухне и при этом нейтрализует неприятные запахи. Но перед тем, как бежать в магазин за вытяжкой, необходимо разобраться в технических нюансах и особенностях устройства. Заметим, что типовая вытяжка может быть достаточно эффективной, но по габаритам она будет громоздкой, хотя многих это очень даже привлекает, так как сосредотачивает на себе внимание данный элемент кухни. Некоторые, наоборот, хотят купить вытяжку небольшого размера с системой нисходящего потока воздуха, которую можно установить совсем незаметно, но будет она при этом расположена прямо над варочной поверхностью. У каждого вида вытяжки есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать перед покупкой этого незаменимого помощника на любой хозяйке на кухне. И начнем сегодняшний наш рассказ с понятия функция, точнее, какие функции должна выполнять кухонная вытяжка, а также производительность и уровень ее шума. Для того, чтобы понимать, какую вытяжку покупать, необходимо знать ее функции, которые она выполняет, так как от этих параметров напрямую зависит ее эффективность работы. Мы должны знать, что кроме удаления дыма и неприятного запаха на кухне, вытяжка должна выполнять следующие функции. Во-первых, удалять влагу. В процессе приготовления пищи довольно часто образуется чрезмерная влажность в виде пара, которая увеличивает влажность помещений и, как правило, приводит в дальнейшем к образованию плесени с грибком. Во-вторых, удалять жир. Благодаря наличию специального фильтра в системе, который служит преградой для жировых отложений, устройство поглощает лишние жиры. Кстати, фильтр вытяжки нужно периодически очищать и даже менять, причем на регулярной основе. Если вытяжка оборудована фильтром для удаления жира, то его количество на кухонных поверхностях снижается в разы, причем его также становится меньше и на шкафчиках со столешницей. В-третьих, отводить тепло. При готовке на варочной поверхности образуется большое количество тепла, которое негативно влияет на кухонную технику, но благодаря вытяжке горячий воздух всасывается в систему вентиляции и в дальнейшем просто испаряется. И в-четвертых, должна улучшать качество воздуха. Благодаря тому, что вытяжка впитывает вредные органические соединения и вещества, в помещении, вследствие чего воздух становится более легким, а также чистым для дыхания. Справочно заметим, что при покупке кухонной вытяжки нужно выбирать модель среднего или высокого качества, так как среди таких устройств редко бывают и попадаются плохие. При выборе следует учитывать множество различных факторов, которые играют немаловажные роли в эффективной и надежной работе вытяжки. Первое, с чего стоит начать, это производительность устройства. Производительность – это своего рода эффективность вытяжки, так сказать, ее самый главный показатель, который обеспечивает чистоту воздуха в помещении. Производительность измеряется в кубических метрах на единицу времени, как правило, в час. Чем выше этот показатель, тем больше загрязненного воздуха может удалить устройство в течение 60 минут. Потребности каждой хозяйки разные, поэтому нужно этот показатель подбирать под размер кухонного пространства, ну и, конечно, он еще зависит от частоты приготовления пищи хозяйкой. Таким образом, перед тем, как определиться с той или иной моделью вытяжки, нужно выбирать ее, основываясь на площади помещения. Кроме того, необходимо убедиться в том, что устройство перемещает нужное количество воздуха, чтобы устранить лишнее тепло, влагу, а также загрязняющие вещества с кухни. Следующий показатель, который нужно брать в расчет при выборе вытяжки на кухню, является уровень шума при ее работе. Многие хозяйки, у которых шумные вытяжки, часто из-за этого ее просто не включают. При выборе такого устройства, как вытяжка, ни в коем случае нельзя позволить, чтобы она была чрезмерно шумной. Издаваемый шум от устройства измеряется в децибелах или сонах, в зависимости от
производителя. Справочно заметим, если вытяжка выдает шум более 25 дБ, то лучше отказаться от такого устройства. Надо подбирать вытяжки до 20 дБ. Это считается вполне тихим устройством. А если выше это показать, то наоборот, она будет просто пригодной только для коротких периодов работы. Например, только во время приготовления пищи. Более наглядно основные показатели шума той или иной вытяжки вы можете видеть у себя на экране. Шум подразделяется на умеренный, тихий и очень тихий. Тихий или очень тихий – это до 15 дБ. Отметим, что решающую роль показателя шумности устройства играет ее мотор. Силовая установка, как правило, располагается в трех разных областях вытяжки, что сильно влияет на уровень шума, который она выдает. Чаще всего мотор находится снаружи устройства или в самом корпусе конструкции. Такая модель вытяжки и создает высокий уровень шума. Встречаются также модели, в которых мотор устанавливается в воздуховоде, то есть за пределами кухни. В том случае, если в помещении нестандартная конструкция системы воздуховода, например, сильно длинная по размеру или имеет много изгибов, то установка дополнительного мотора, который будет расположен за пределами кухни, сможет добавить мощности основной силовой установки, что повысит в итоге общую эффективность вытяжки. А теперь мы с вами рассмотрим монтажную высоту и простоту очистки вытяжки. При выборе вытяжки на кухню немаловажным моментом может стать тот факт, что это устройство может иногда загрязняться, и его нужно будет время от времени очищать от образования на поверхности жировых отложений и пыли. В связи с чем необходимо обратить внимание на вытяжку с гладкими поверхностями и полностью закрытым изолированным коробом с фильтром, который можно будет без труда извлечь и очистить, также при надобности заменить на новый. Итак, чистка вытяжки, как правило, сводится к следующим моментам. Во-первых, стандарт или общая ежедневная уборка, которая включает обычное мытье внешних поверхностей раствором с теплой водой. Также часто для этого дела используются разные моющие средства. После мытья проводят тщательную промывку поверхности чистой водой. Не рекомендуется применять абразивные губки, так как они оставляют следы царапин на поверхности устройства. Во-вторых, промывка вентилятора осуществляется в том случае, если в детали имеется свободный доступ. Промывается вентилятор мыльным раствором. В том случае, если деталь недоступна, то в любом случае хотя бы один раз в год нужно разобрать вытяжку и подобраться к вентилятору для его промывки. В-третьих, промывка металлических сетчатых фильтров. Рекомендуется производить эту процедуру не реже одного раза в месяц. Сетчатые фильтры замачиваются в мыльном растворе примерно на 30-40 минут. Это необходимо для того, чтобы отложения и грязь растворились полностью. Затем берется обычная губка и счищается оставшаяся грязь с поверхности фильтра. При обратной установке элементы вытяжки должны плотно прилегать к каркасу устройства. И в-четвертых, чистка угольных фильтров или их замена. Мытье таких элементов производится один раз в месяц, но только в том случае, если они являются многоразовые. В том случае, если фильтр сменный, то его необходимо менять не реже одного раза в год на новый. После вышеописанных моментов необходимо также определиться с формой вытяжки. На сегодняшний день существует более 10 вариаций устройств по форме, начиная от угловых и заканчивая купольными. Основными же видами форм являются 7-8 вариантов. С формой вытяжки нужно определяться очень внимательно, так как от этого момента напрямую будет зависеть общий дизайн комнаты, где она будет установлена. На изображении, которое вы можете видеть у себя на экране, показаны основные виды форм вытяжек, которые наиболее востребованы сегодня среди хозяев. Итак, это могут быть плоские, далее полновстраиваемые, купольные, Т-образные, угловые, как мы сказали ранее, островные, наклонные и телескопические вытяжки. Немаловажную роль при выборе той или иной модели вытяжки играет показатель высоты, на котором будет располагаться устройство. Заметим, что расстояние между вытяжкой и конфоркой должно находиться в диапазоне от 60 до 80 см в зависимости от типа плиты. Можно сделать свой выбор в пользу вытяжек с креплением к стене, потолку или же гибридного типа, однако стоит учитывать, что вентиляционная мощность снижается, если устройство установлено сильно высоко. Поэтому выбирать нужную вытяжку с оптимальной мощностью и на будущее продумывать последствия ее работы, а также уровень шума крайне необходимо. И вот мы подошли к заключительному пункту нашего видеоматериала – это типы кухонных вытяжек, а также простота управления устройством. Среди ранее описанных характеристик не упомянута еще одна не менее важная, такая как тип вытяжки. Поэтому параметры устройства делятся на проточные или отводящие и циркуляционные или рециркуляционные. Что касается проточных, то такие модели всегда относятся к дорогой ценовой категории, нежели циркуляционные. Принцип работы проточной вытяжки основывается на выводе загрязненного воздуха из помещения, причем как можно быстрее, при этом обеспечивается подача обратно свежего.
Циркуляционные или рециркуляционные вытяжки по своей конструкции являются довольно простыми, но при этом не менее эффективными устройствами. Данные вытяжки крепятся к стене, как правило, прямо над варочной поверхностью и вытягивают воздух через внутренний фильтр, при этом очищают воздух и обратно возвращают его в помещение. Сами же фильтры, которые идут под защитным коробом, поглощают жир. Недостатком таких устройств является то, что рекомендуется примерно один раз в 3 месяца производить замену фильтра на новый. Рециркуляционные вытяжки просто монтируются, так как не требуют для своей работы воздуховода. Исходя из рекомендации специалистов для кухни, все же лучше выбирать вытяжку с многоскоростным вентилятором, а еще более оптимально с регулируемой скоростью. Это позволит регулировать в широком диапазоне работу устройства. Заметим, что почти все современные модели вытяжек оборудованы встроенными кнопками, смарт-контролем и тепловыми датчиками, которые контролируют температуру всасываемого воздуха. В заключение отметим, что кроме функциональных характеристик, одной из ключевых ролей также играет, как мы сказали ранее, дизайн устройства. Нужно и даже необходимо начинать выбирать вытяжку, которая оптимально впишется в наш дизайн, а также общий декор кухни. Сегодня можно найти вытяжки различной цветовой гаммы и оттенков. Кроме того, не нужно забывать, что мы все же берем вытяжку не для декора, а для того, чтобы она очищала и устраняла вредный воздух из помещения на кухне. Поэтому стоит обращать внимание на то, как выполняет вытяжка вентиляционные функции на примере захвата воздуха и пара, а также показать ширины навеса над варочной поверхностью. Чем она выше, тем лучше. Итак, мы с вами прослушали и просмотрели видеоматериал на тему, как выбрать вытяжку для кухни, особенности и разновидности устройств. А более подробно этот и другие материалы вы можете найти на нашем сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube-канал или оставляйте на нашем сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи!